нам с вами не дано узнать, как начинается любовь, как ее искра попадает в душу. Но нам дана чудесная возможность пронести эту искру сквозь дожди, жару, снегопады, печали и радости, поддерживая ее в своих сердцах. И сегодня мы собрались с вами здесь во имя чистой, доброй, искренней и взаимной любви Альберта и Эльмира. Он добрый, он сильный, он нежный и ласковый, он надежный, он любящий. Это тот мужчина, который завоевал ее сердце. Дорогие друзья, и это наш потрясающий, влюбленный, красивый, харизматичный жених. Встречаем Альберта, друзья! Нам идет сама невеста и несет в своем сердце любовь. Уважаемый жених, согласен ли ты взять в законные жены Эльмиру, любить, уважать, оберегать свою жену, заботиться о ней всегда на протяжении всех дней, подаренных вам судьбой? Да, согласен. Давайте, друзья, поддержим нашего жениха. Вы услышали это замечательное «да». Уважаемая невеста, согласна ли ты взять в законные мужья Альберта, любить, почитать и уважать своего мужа, заботиться о нем, всегда следовать за ним? Да, согласна. Властью, данной мне вашей искренней, сильной любовью, я объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга! Для меня большая честь сегодня быть свидетельницей на вашей свадьбе. Я с самого начала была свидетелем зарождения отношений Эльмиры и Альберта. Можно так сказать, поспособствовала их знакомству. Я помню, как сказала Альберт, приглядись к этой девушке, он сразу же закинул запрос в друзья ВКонтакте, Эльмире. А потом помню, как Эльмира сходила на первое свидание и говорила, какие длинные густые ресницы у Альберта. И снег падал и садился на его ресницы. Я думаю, она влюбилась в твои ресницы.